Если тип выбранной диаграммы вас не устраивает, то его можно в любой момент изменить. Выделите нужную диаграмму щелчком левой кнопки мыши на ее области. На вкладке «Конструктор» в группе «Тип» щелкните по кнопке «Изменить тип диаграммы». В окне «Изменение типа диаграммы» в левой части выберите тип диаграммы, а в правой уже саму диаграмму для замены. Также вы можете изменить тип диаграммы, кликнув правой кнопкой мыши по области диаграммы и выбрав в контекстном меню пункт «Изменить тип диаграммы». Появилось уже знакомое диалоговое окно. Выберите тип диаграммы и нажмите «Ок». Для каждого типа диаграмм существует еще масса дополнительных стилей оформления, которые можно в любой момент изменить. Выделите диаграмму. На вкладке «Конструктор» в группе «Стили диаграмм» откройте меню кнопки «Дополнительные параметры». Выберите нужный стиль из представленного списка. Кроме изменения типа диаграммы, вы можете кардинально изменить ее внешний вид, используя форматирование. Для этого дважды щелкните на окне диаграммы. В открывшемся диалоговом окне «Формат области диаграммы» располагаются все необходимые настройки для изменения формата диаграмм. На вкладке «Заливка» можно выбрать тип заливки для диаграммы, выбрав узор, градиент, рисунок или просто сплошную заливку. На вкладках «Цвет границы» и «Стили границ» располагаются настройки для рамки, ограничивающей диаграмму. С помощью вкладок «Тень», «Свечение и сглаживание» и «Формат объемной фигуры» вы сможете установить различные эффекты для отображения окна диаграммы, будь то отбрасывание тени, свечение или отображение рамки как объемный объект. Чтобы выйти из диалогового окна «Формат области диаграммы», нажмите кнопку «Закрыть». Таким образом, вы сможете легко изменить тип диаграммы, а также назначить стиль и изменить формат области диаграммы.